1 миллион пэтов! Именно столько Star Pets разыгрывают на своем сайте и в своих социальных сетях прямо сейчас. Как только ты зайдешь на сайт, то в правом нижнем углу у тебя высветится вот такая вот флажка, в котором ты можешь поучаствовать в розыгрыше. А кто еще не знал, на их сайте появилось крутое колесо удачи, благодаря которому ты сможешь забрать пэтов абсолютно бесплатно уже сейчас. Находи промокоды для бесплатных прокрутов в их социальных сетях. Хочешь узнать все поподробнее? Тогда поспеши, ведь все конкурсы продлятся до 7 декабря, поэтому быстро переходи на их сайт и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. И всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Влад, и я в трусах. И в сегодняшнем видеоролике мы вместе с вами посмотрим все мифы и секреты нового обновления в Pet Simulator X. Но перед началом этого видеоролика, если ты хочешь прямо сейчас получить на свой аккаунт любых двоих huge питомцев из моего инвентаря, то ты должен прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с ником в Дискорде, и все итоги у нас будут на 500 лайков. Поэтому прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, участвуйте в конкурсе, но мы... начиная. Ну что же, ребята, давайте в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу все секреты и мифы в Pet Simulator X, о которых вы, возможно, не знали. И, ребята, первый секрет у нас заключается в том, что если вы не знаете, то можно получить абсолютно бесплатно новую бесплатную стойку в Трейдинг Плазе. Мы просто берем это, телепортируемся в Трейдинг Плазу, и я вам сейчас покажу новую бесплатную стойку, которую вы сможете заполучить вот прямо сейчас, ребята. Прямо сейчас, если вы пойдете на Трейдинг Плазу, вы ее сможете заполучить. Смотрите. У нас идет сейчас загрузка, мы вот так вот заходим, залетаем, ребята, и давайте посмотрим. Мы забираем вот такую вот, ребята, трейдинг-стойку, и вы сможете заполучить вот такую вот, ребята, вот. Вот такую вот, ребята, стойку вы сможете заполучить абсолютно бесплатно. Что, ребята, нужно сделать для того, чтобы ее заполучить? Чтобы ее заполучить, вы должны играть в игру под названием Please Donate. Есть игра под названием Please Donate, и там такие же самые стойки, ребята. И это разработчики сделали мини-коллаборацию, если вы зайдете в ту игру, то вы получите себе вот такую вот стойку абсолютно бесплатно. То есть, да, ребята, видите, здесь люди уже вот таким вот пользуются, используют такие стойки. Здесь они, ребята, есть у многих, поэтому, да. Если что, про этот секрет, я думаю, уже многие знали, потому что это написал сам разработчик в своем новостном блоке. Но если что, если вдруг кто-то не знал, то вот можно получить абсолютно бесплатно вот такую вот стойку, ребята. Следующий баг, в чем у нас заключается, ребята? Следующий баг у нас заключается в том, что эту идею, ребята, взял я у ютубера под названием Дамбон. Я думаю, вы все его знаете. Если не знаете, то если что, я взял у него идею, ребята. Смотрите, в чем заключается этот баг? Баг заключается в том, что если мы возьмем вот такой вот ховерборд на один огонек и нажмем одновременно Q и пробел, то, смотрите, опа, мы можем вот так высоко, ребята, подпрыгивать. Видите, то есть намного выше, ребята, чем просто прыжок. Если мы возьмем огонек там, где будет два огонька, то смотрите, как сейчас. Опа, ребята, видите? Мы прям уже выше этого фонаря. Смотрите, вот фонарь будет у нас, ребята, вот так вот. Вот обычный прыжок, ребята, на пол фонаря. А с ховербордом на 2, ребята, вот смотрите, мы прям до фонаря допрыгиваем. Но если у меня был бы ховерборд, ребята, на 3 огонька, то мы бы подпрыгнули прям очень высоко. Но, на жаль, видите, у меня огонька нету. Нет у меня ховерборда на 3 огонька. Но я думаю, что мы допрыгнули бы минимум выше вот этого дерева, наверное, желтого, ребята. То есть, да, выше вот этого дерева мы 100% бы допрыгнули. И что же, давайте сейчас посмотрим новое слива обновление, можно так сказать, секреты нового обновления, которое будет у нас уже, ребята, через 3 дня. Ну что же, ребята, слива у нас, в принципе, немного. Здесь у нас находится вот такая вот иконка нового, можно так сказать, сообщения. И вот такая вот иконка, ребята, подарков Pet Simulator X. То есть, да, возможно, в эту субботу нам добавят, ребята, новые подарки и новую систему сообщений. То есть, мы можем обмениваться сообщениями с другими игроками. Да, я надеюсь, что это у нас будет работать по принципу Телеграма. Не, я не знаю, как это сделать, но реально, ребята. Если что, это, конечно, будет для некоторых ютуберов неудобно, что им будут по 1000 сообщений приходить от других, ребята, подписчиков. А с другой стороны, в принципе, довольно-таки прикольно, что можно любому человеку сообщение написать, ребята, и вообще, да. С одной стороны, опять же, прикольно, а с другой стороны, как-то не очень, что вот так вот может теперь, ребята, получается, писать сообщения постоянно, да? Ну что же, ребята, на этом будем уже потихонечку заканчивать. Если что, участвуйте в конкурсе, ребята, пишите комментарии, я на все комментарии отвечу, на все интересные вопросики отвечу, все комментарии читаю, ребята. И опять же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, с вами был я, Влад, я желаю вам всем хорошего настроения, всем удачки и всем пока-пока.